Сегодня хочу спросить, какие желания вы загадываете на Новый год? Сейчас прекрасный повод собраться всей семьей и написать пару писем Деду Морозу. Детям с пожеланиями подарков на Новый год, а взрослым расписать финансовые цели и маршруты по их достижению. Итак, поехали. Я вам желаю не тратить время, деньги, свою энергию на всякие мелочи и то, что отнимает у вас силы, а сконцентрироваться и сделать себе хороший подарок. Тот, который вас будет зажигать, мотивировать, давать силы на движение вперед. При таком подходе ваше желание станет целью и достигнуть его будет намного проще. Благодаря четкой цели вы будете видеть, сколько средств не хватает, за счет чего можно получить недостающее, сколько времени уйдет на достижение цели. Одна цель «хочу хорошую машину» не работает. Нужно действовать так. Хочу BMW X5 с черным кожаным салоном, с бензиновым двигателем 3 литра. Автомобиль стоит в районе 1 750 000 рублей. На счете у меня только 500 000 рублей и в собственности автомобиль, который стоит 750 000 рублей. А машину хочется очень-очень. Разбираемся, где взять недостающую сумму. Первое, что приходит нам на ум, откладывать комфортную сумму денег на счет, но сколько это времени займет? И так ли это эффективно при нынешней инфляции? Второй вариант. Взять кредит у банка. При этом не забудьте посчитать проценты, все страховки, которые придется выплачивать. И в итоге автомобиль будет стоить намного дороже первоначальной стоимости. А можно использовать новые проверенные финансовые инструменты, которые позволяют приумножить капитал. Что делаем? Инвестируем 500 000 рублей в торги по банкротству по 25% годовых. Получаем прибыль 125 000 рублей в год и за 4 года инвестиции удваиваются от первоначальной суммы вклада. Продаем свой автомобиль за 750 000 рублей и получаем в итоге заветный 1 750 000 рублей на реализацию вашей мечты на автомобиль BMW X5. Инвестиции помогут в достижении ваших желаний. Инвестируя с нами, вы можете получать от 13 до 28% годовых, вкладывая от 100 000 рублей сроком на 6 месяцев. Подробности вы можете найти на нашем сайте napinvest.ru или перейдя по ссылке к данному видео. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы получать еще больше полезной информации из мира инвестиций. Все ссылки в описании к данному видео. Действуя именно так, вы получите то, что много лет загадывали под бой курантов. И в целом другой уровень жизни, чем имеете сейчас. Так вы станете Дедом Морозом для себя и для своих близких. А что может быть приятнее исполнения желаний? С вами был Давид Рязаев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Инвестируйте грамотно, инвестируйте с NAP. Увидимся с вами в следующем видео.